Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такой крутой проект, как Аркона. Аркона – это мир дополнительной реальности. Аркона представляет собой систему дополнительной реальности на базе блокчейн-технологий, которая соединяет в себе реальные и виртуальные миры путем создания слоя дополнительной реальности мирового масштаба под названием «Цифровая Земля». Экосистема Аркона соединяет физические и виртуальные миры в одно информационное пространство, которое идеально связано с миром реальности. Благодаря этому обогащается опыт взаимодействия пользователя с окружающим пространством в различных местах мира. И давайте рассмотрим проект поподробнее. Сейчас идет продажа токенов. На данный момент уже привлекли они 7114 эфиров, что уже очень неплохо. Я думаю, проект может даже дойти до хардкапы. ICO закончится через 46 дней, то есть еще много времени есть, чтобы все собрать. И я думаю, есть очень огромная вероятность сбора хардкапы. И едем дальше. У проекта высокие рейтинги, проект на виду, проект на слуху. Очень большие оценки он получил. И давайте посмотрим дальше. Уже можно посмотреть некоторые места, уже есть рабочий продукт, то есть можно вот выбрать на карте и посмотреть, но я не буду на этом заострять внимание, при желании сами можете это все посмотреть. Также вы можете поделиться и получить токены бесплатно. Вот, вы можете получить реферальную ссылку, рассказать о ней и получить токенов. Также вы можете получить 5,5% с каждого депозита вашего друга. И зарабатывать можно со своими друзьями, они удают бонус. Можно зарегистрироваться, получить персональную ссылку, поделиться и получить 2 токена за каждого привлеченного друга. И друг еще получит 1 токен. То есть при желании вы можете купить токены, либо вот таким образом их заработать. Экосистема дополнительной реальности. Экосистема Аркона создает цифровую землю, слой расширенной реальности, объединяющий физические и виртуальные миры в единую среду, идеально связанную с нашим реальным миром. Он предназначен для повседневного интерактивного взаимодействия пользователя с расширенным виртуальным и смешанным мультимедийным контентом в реальных локациях. И можно посмотреть ролик, узнать поподробнее, но я не буду его включать, не буду на этом внимание заострять. Едем дальше. Основные особенности экосистемы. Удаленный запуск. Аркона позволяет размещать виртуальные проекты в любой точки планеты, не выходя из дома. Выбирайте самые популярные посещаемые территории, создавая целые миры на своей цифровой земле. Глобальный рынок. Мировой рынок открыт для вас в экосистеме Аркона. Покупайте, продавайте, сдавайте в аренду свои цифровые земли, зарабатывайте на творчестве, создавая и продавая самый невероятный контент. Безопасность. Смарт-контракт, созданный на технологии блокчейн, гарантирует защиту авторских прав и собственности. Система автоматизирует отчисление гонораров создателям контента и ренту владельцам цифровых активов. Ваша цифровая земля. Экосистема Аркона создает цифровую землю, слой расширенной реальности, объединяющий физические и виртуальные миры в единую информационную среду, идеально связанную с вашим реальным миром. Он предназначен для повседневного интерактивного взаимодействия пользователя с расширенным виртуальным и смешанным мультимедийным контентом в реальных локациях. Зачем нужно покупать цифровую землю? Владением участков цифровой земли – это интересный опыт для творческого человека и прибыльное дело для людей в бизнесе. Вы можете изменить мир на лужайке перед домом или раскрутить серьезный коммерческий проект за 1000 км от вас на другом континенте. Можно посмотреть, как работает экосистема района, то есть ГИС данные, извлечение дескриптора, симуляция цифровой земли, маркетплейс, как будет работать цифровая земля. Цифровая земля участка, владелец участка, авторы контента, интеллектуальная собственность. Все это дело вместе работает, создается контент и получается участок, готовый к использованию. Удаленная установка. Создавайте, публикуйте и привлекайте внимание. То есть люди смогут зарабатывать вместе с проектом Аркона. Платформа Аркона будет представлена во втором квартале 2018 года. С помощью токена Аркона можно приобрести цифровые земли и другие цифровые активы. Токен Аркона можно заработать, выполняя задачи, поставленные системой Аркона. Общая эмиссия 135 миллионов токенов Аркона. Один токен Аркона равен вот такому количеству эфира и хардкапа 25 миллионов долларов. Едем дальше. Также можно посмотреть, как будут распределяться токены.
То есть 11% резервный фонд, 7% консультантам, 2% на баунти программу, 60% на продажи, 20% команде и еще вот распределение 10 продажи, 12 мероприятий и конференции, 22% разработка программного обеспечения, 6% на разные вещи, 10% управления, 10% на партнерские проекты и 30% на маркетинг. Чем мы отличаемся от других проектов? Платформу Arkona запускает профессиональная программа Pilgrim. С 2015 года компания активно инвестирует собственные средства в исследование области распределенной ГИС-системы, технологий, расширенной реальности, 3D-моделирования, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Мы первый российский IT-стартап, работающий на международном рынке дополнительной реальности в индустрии туризма. Нас поддерживают ведущие международные компании, такие как Microsoft, Intel, Google, Сколково, Booking.com и так далее. Также можно почитать, что пресса пишет о компании Arkona. И едем дальше. Можно посмотреть дорожную карту, как будет развиваться проект. В 2014 году они уже за первый год привлекли больше 60 тысяч посетителей и увеличили туристический поток на 30%. Был запущен первый парк дополнительной реальности под открытым небом Лудзенский замок. Получен грант Microsoft Seed Fund. Пройдена акселерация Intel, Google и Faber-Novel. Проект вошел в топ-50 российских стартапов с наивысшим инвест-рейтингом. Также можно посмотреть команду. Команда открытая. Это все реальные люди, которые участвуют в конференциях. Также адвайзеры. Все это реальные люди. И едем дальше. Также можно посмотреть партнеров. В общем, вот такой вот интересный проект. Всем рекомендую обратить на него внимание. Также, чтобы быть в курсе полностью проекта, всем рекомендую прочитать белую бумагу. Ссылку на белую бумагу я оставлю в описании. Также подписывайтесь на социальные сети проекта, чтобы быть в курсе последних новостей. И, допустим, если у вас какие-то появятся вопросы, то можно присоединиться к телеграм-каналу и задать им там разработчикам. Вы получите ответ. Такой вот классный проект. Обязательно присмотритесь к нему. Всем спасибо за внимание. Всем пока.